А, то есть получается, у тебя только сейчас макияж на лице, а так это твой естественный загар. Да, конечно, это мой загар, и как ни странно, несмотря на то, что я уже после. Слушай, ну я должен показать вообще-то тебя, как выглядит естественный загар. Красивая. Ты чё? Ты чё? Юра, ты чё? Юра, не беги, может быть он опасен. Ты чё, Не беги за ней. Слушай, нет, ты не поняла. А ты чё? Ой, господи, что это было? Что, чё, реально? Подожди, не, ну надо ж что-то в полицию или куда-то вообще-то. Какую полицию? Это его член, пусть он им сам распоряжается. Полицию. А, то есть ты-то прям, не, ну я не знаю, у меня, не, ну центр Москвы, Пушкарев переулок. Хочешь добежать, посмотреть, как. Нет, я не хочу добегать, ну может полицию пошли или куда-нибудь, я не знаю, ну как-то. Не, подожди, что-то... в какую полицию? Давай дождемся его, может быть он выйдет? В смысле дождемся? Я не знаю. Не, ну кстати, вы милиционер? Слушайте, тут мужик в плаще голый. Мы просто пытаемся понять, это, короче, он... Эксгибиционисты. В общем, мы сейчас идем в эфир, и он выбежал. Что нам делать в этом случае? Вот просто нам интересно, что делать. Выбежал мужик сейчас голый, он показал себя и убежал. Это нарушение или нет? Мелкое хулиганство, да. Мелкое хулиганство. Но он убежал. То есть, в принципе, если что, можно было его ловить и да, это самое. А какое наказание? Ну, устранил штраф. Сколько денег? Ну, около 500 рублей. 500 рублей? Недорого.